Сегодня снос объектов самостроя в Москве прокомментировали в Кремле. Глава администрации президента Сергей Иванов, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что поддерживает действия столичных властей. Многие павильоны, которые демонтировали сейчас, располагались над серьезными транспортными и энергетическими коммуникациями. А что касается документов, то владельцы этих павильонов, как сказал Иванов, в большинстве случаев в прошлом получили только временные разрешения на строительство. И то, что стояло в итоге возле метро, никак нельзя назвать цивилизованным предпринимательством. Эти гадюшники не имеют отношения к так называемому малому бизнесу, поскольку, как правило, являются рассадниками криминала и антисанитарии. Любой бизнес, будь то малый или крупный, должен прежде всего быть цивилизованным. Давайте к тому же не будем забывать о таких понятиях, как архитектура и эстетика. Этим территориям должен быть возвращен исторический облик, а новые скверы и свободные пространства Москву только украсят. Иванов также добавил, что ничего вместо снесенных киосков возводить не надо, в том числе и парковки.